В ВСУ взяли в плен как минимум 250 российских срочников в Курской области. WP узнала детали. Украинским защитникам в ходе операции в Курской области удалось взять в плен по меньшей мере 250 российских срочников. Об этом сообщает Новости Украина со ссылкой на The Washington Post. Корреспонденты WP побывали в одной из украинских тюрем, которая находится на северо-востоке страны. Туда направляют тех, кого взяли в плен в Курской области. Неназванный начальник тюрьмы рассказал журналистам, что за последние 10 дней туда доставили 320 россиян, среди которых подавляющее большинство срочников. При этом только около 20% россияне, которых мобилизовали, и контрактники. Таким образом, число срочников, которые попали в украинскую тюрьму, составляет около 250. По словам собеседника издания, Некоторые из молодых людей были очень напуганы, когда только прибыли, но с тех пор они адаптировались. Также WP взяло интервью у россиян, которые попали в плен. Журналисты обратили внимание, что подавляющее большинство пленных не было ранено. Солдаты РФ рассказали, что с ними хорошо обращаются и оказывают медицинскую помощь, а также кормят три раза в день, питание включает суп, салат и кашу. Также в тюрьме находились представители Красного Креста, которые навестили военнопленных. Как рассказали WP срочники Николай и Сергей, 6 августа Украина напала на их военный штаб, а их командиры ушли, не дав указаний, что делать дальше. Они три дня шли по лесам и болотам и спали на холодной земле, а затем вышли к украинским позициям, где их и взяли в плен. Украинские солдаты проверили их на наличие оружия, а затем дали им еду, воду и сигареты. Они подходили, общались и Рассказывали свои истории, слушали наши, рассказал Николай. При этом в одной из камер тюрьмы, где были солдаты старшего возраста, настроение было более мрачным, пишет WP. Среди них были пограничники и солдаты-контрактники. Почти все мужчины сказали, что украинское вторжение стало для них первым боевым опытом и что ранее их не отправляли в Украину. Э, как рассказал один из пленных из 60 человек, с которыми он сражался вместе, выжили только четверо или пятеро. Остальные отказались сдаться и были убиты, что предшествовало. Напомним, украинские защитники за почти две недели боев в Курской области смогли достичь значительных успехов. В частности, это касается пополнения обменного фонда. Недавно в ходе спецоперации бойцам службы безопасности Украины удалось взять в плен более ста российских оккупантов. Более детально об этом в материале РБК «Украина».